бегали по парковке и пинали чужие авто. Очевидцы засняли детей в одном из районов Челябинска. На кадрах видно, как школьники бегают по парковке, пинают автомобили и даже запрыгивают на капот. Видимо, других развлечений у ребят не нашлось, и они решили портить чужое имущество. Впрочем, расплачиваться, видимо, придется их родителям. Кстати, это не первый подобный случай. Ранее жителей Паркового возмутили игры подростков. А по улице шоссе Металлургов хулиганы прошлись по крыше припаркованных машин. Один из парней запрыгнул на багажник и пробежался. Как результат, оставил после себя вмятины и царапины. Чтобы отремонтировать автомобиль, хозяину пришлось выложить немалую сумму.